ходят. Давайте, бегом, бегом, бегом. Что ж, наступило 29 октября. Мы прошли уже большую часть пути. И сейчас, после ночевки, направляемся на гору Два Брата. Фух, предстоит подъем. Сегодня у нас ночью везде, рядом с палатками, бегали животные, кричали птицы. А под утро с деревьев начала падать роса. Именно поэтому у нас сегодня тропы сырые все, листья сырые. Завтра вообще обещают сильный ливень. Не знаю, получится ли его избежать. Очень хочется, чтобы сегодня был сухой день. Ну что ж, мы добрались наконец-то на одну из вершин горы Два Брата. У нее две вершины, именно поэтому такое название. Посмотрите на вид, который открывается. Ну что ж, мы уже практически дошли до Анастасиевских полян, и мы сейчас находимся у реки Пшенаха. Вот, отдыхаем, ждем всех, и дальше уже пойдем разбивать лагерь. А, так получается, что все планировали поход до 31 числа, но МЧС предупредила, что будет очень сильный ливень завтра и, может быть, даже сегодня вечером, поэтому было принято как бы решение идти сразу в сторону Анастасиевской и разбивать здесь лагерь. Иначе бы мы просто под таким спуском, ну, не смогли бы спуститься, там бы все падали, была бы грязь. Вот, а сейчас мы уже будем как бы на месте, и это очень здорово. Хорошо, что мы набрались. Вот этот спуск, который был очень крутым, вот просто самым крутым. Вот с Двух Братьев мы спускались вот все вниз, вниз, вниз до самого поселка или станицы. Да, перейдем вот там. Раньше здесь был мост, а теперь его размыло. Переходим брод. Все дети так пойдут. По пути мы решили заскочить посмотреть на дольмены. Вот один из сохранившихся дольменов. С
существуют разные теории, для чего нужны были эти дольмены, для чего они строились. Вот одна из таких — это для, собственно, погребения умерших. Но все-таки историческая наука не может до конца прийти к какому-то единому мнению, зачем нужны вот эти самые дольмены были. Потом всю ночь сидите, охраняйтесь в лагерь. Мы наконец-то добрались до нашего места ночевки. Последний раз разбиваем лагерь. Кстати, мы стоим очень близко к станице Анастасиевской. Ну и виды, конечно, здесь очень красивые открываются. На горы. Все? Ага, тут Наталья Валентинович. Что ты ему помочь не можешь? А идите сюда, девочки, пойдем. Ну блин, вечером сюда идем. Что? А где второй? Второй там остался, не что? Повесь, я хочу. Куда ты тянешь? Куда это попадет? Не туда. Не туда. Катя, просто возьми бутылки, наполни умывальник. У вас есть страх малый? Таня, иди бегом. Сам другой сам. Это мой. Ты не видишь, они разные? Я говорю, не видишь они разные? Наоборот. Там по дороге. Там по домой приезжаю. Пришли, в общем, в Анастасиевскую. Идем до магазина. Ребята, вообще, как вам поход? Понравилось? Хороший. Не сложно? Ну, бывали моменты. Да. Тогда было тяжело, но... А сегодняшний нормально. Спуск? Самый последний. Это спуск это круто было. Это было весело. Особенно на всяких спусках я вот так вот бегом. А на последнем я уже пешком, потому что... Я тебя заприметила, что ты вперед всех всегда. Да. Да, она у нас летает. Она у нас везде летает. Я на гору вообще медленно, а с горы вообще. А с горы кувырком. Понятно. Ну, было весело. Сам поход классно. Два брата, на два брата, когда поднимаемся. Жалко, на Индюка не пошли. Да. Мы были на горе, два брата, было круто. Ничего не видно. И... Как будто текст. Да, я трогала облако, оно было... Облако. Машина! Видите, это наши друзья. Я здесь сидел, сюда едете. Они уехали без нас. Их съедят шакалы. Кабаны. Призрачные трехметровые. Сегодня мы прошли остаток дней. Остаток похода. Остаток моей жизни. Мы можем вам про гороховый супец рассказать. Женя, расскажи про гороховый супец. Максим, давай, начинай. Завтра мы туда в космос отправим. Супец был настолько хороший. Миша рвала долго. Да, Миша, мы ходили в магазин, скупились там. Хорошо. Кроме супца. Вообще пельмени ели. Гороховый суп был вкусный. Но ощущения после него были самые хорошие. Да, зато запоминаешь. Ха-ха-ха!
адреналина. Помните, Витя, обиделся, мне кажется. Нас-то зачем испортили? Да ладно, пускай дети. Все. Хоть один съесть. Радуется. На, в костер. И что, ща? Все, сахара посыпали туда? Есть. Сок добавили. Сахара. Сахара, давайте сахарку, да. Не первый раз. Ну, это закусил, он еще не проходил. Что за сет? Забирайте. Ложись. 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 На живот. На живот. На живот. На живот. Папка сам. Руки вперед. Ага. Считать достал, умеешь? Умею. Считай. Считай! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 17, 14, 15, Веревку. Глаза можешь открыть. Рюкзак. Это что, тебе мою папу дать? Да. Выбирай, чем запивать. Чем запивать будешь? Какая жизнь у тебя будет? Может, глоток возьми. Сладкая жизнь. Туристская, сладкая жизнь. Глоток, что ты пьешь? Сюда. Молодец! Целуй, целуй нитки! Веревку! Целуй рюкзак! Какие раны не страшны. Турист, молодец. Покажи, покажи. Капитан, на меня смотри. Лена! Я боюсь. Давай тебе салатный. Ложись. Кукать? Опа! Можете посильнее, мне не жалко. Жалко? Наступило 30 октября. МЧС нас не обмануло. Пошел у нас дождь. Поэтому сейчас будем все собираться под дождем. Саша, у тебя башмаки есть? А у тебя что, нет? Нет, я просто... Хотя, подвинь это, я хотел вот сюда подвинуть, чтобы они не спокойно. Вот это? Да. А то наши пропали, у него один момент. Многие уже проснулись, но в такую погоду не решаются вылазить. Вот, а остальные сидят под тентом. Горы совсем не видно. Да, сейчас.
Это кто, какое масло? Сейчас. Да а? Сливочное, наверное. А какое масло? Какое масло? А, топлёное. Топлёное. Да, 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 вот. Ага. Вот. Спасибо. Потому что у меня три масла. Ага. Сейчас шоколадка такая, пальцы же это, шоколадка падает. Да, да, да. Куда мы зарабатывали, Женя? А сейчас мы направляемся в Анастасиевку. Там будет ждать школьный автобус, который всех школьников и учителей повезет по поселкам. А мы, скорее всего, доедем до Джубги, а затем уже будем ловить автобус до Краснодара. Стоял. А как другой? Давай сюда. Саша, ты с работы вам.